Сегодня глава республики Михаил Игнатьев освободил от занимаемой должности министра природных ресурсов и экологии Сергея Павлова. Он стал депутатом Государственного совета Чувашии 6-го созыва. И сегодня же исполняющим обязанности министра назначен Александр Коршунов. С ним Михаил Игнатьев встретился перед началом заседания правительства Чувашии. Александр Коршунов до сегодняшнего дня руководил Государственным центром агрохимической службы, работал в Министерстве сельского хозяйства Чувашии. У вас есть стержень, всегда ответственно подходите к выполнению своих функциональных обязанностей. И, в принципе, полагаю, что вы справитесь с теми компетенциями, которые возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики. С вашей помощью будем работать. Хочется пожелать успешной результативной работы на благо Чувашии.